за рулем. Привет, мужики. Установочный центр PC Автоком. Сегодня у нас Nissan Armada 2003 года. 2003 года, он же Infiniti QX56 с 5,6 литровым движком. Покажи, какой салон вообще выглядит. Видно там вообще на ходу? Да. Сегодня была установлена магнитола NU3000 NR3001. Сейчас буду так светить. Через переходную рамку. Где родная, кстати, магнитола? Я убрал. Надо показать, какая была родная. Ну, попозже сейчас снимем. Значит, подходит все без зазоров. Покажи поближе, то есть тут вообще идеально. Убери фонарь, не надо. Херово без фонаря. Вот так, значит, были подключены родные кнопки на руле. Покажи громче, тише. Выключить звук, включить звук и так далее. Подсветка в данной магнитоле настраивается, цвет сделали оранжевый. Запустили штатный усилитель. Здесь не базе, но здесь есть вот динамика. Где-то, мне кажется, там есть саб, потому что наваливает хорошо. Вот. В принципе, все работает. Работают Яндекс.Навигаторы. Установлена камера заднего вида. Через заднее. Так она показывает. В ручку. Крестик. То есть магнитола работает быстро. Хлоп, у нас тут ПБТВ стоит, показывает телевизоры. Можем ехать, слушать. Ехать, смотреть телевизор. Хлоп, посмотрели карты на Яндексе. Хлоп, продолжаем смотреть настройки и потом опять смотрим телевизор. Вот такая вот штука. Хотим, работает Play Market без проблем. Это я все сейчас из многозадачности открываю на ETL. Опять же, ну мы здесь в помещении, здесь спутники не ловят. Что еще? Радио. Кнопки на руле, в принципе, больше, наверное, ничего не надо. Правильно. Все, всего вам доброго. Обращайтесь. Nissan Armada 2003 года, была установлена камера заднего вида. Ее маркировка. Тяжело мне не надо. Вести у нас прибывает. И вот такая у нее. Кверх ногами. Такая у нее морда. Значит, была найдена распиновка этих разъемов. Оттуда взяты активатор усилителя. Кнопки на руле, подсветки, аксессуары и прочее. Здесь шестидисковый чейнджер остался. Разъем антенны здесь. Вот такой.